Всем привет! Хочу хвастануть. Я тут пару зачетных постов себе купил. Сейчас буду распечатывать и вам показывать, что я купил. Только что с Вальбереса притащил все это дело. Вот так. Первый пласт. Ой, Аська пришла помогать. Так вот. Ой, запечатан. Так. Так. Покажу. Там две классные группы, одну из которых вы прекрасно знаете. Вот, со времен 80-х годов. Вот она. Точно. Это один из самых волнительных моментов меломана. И когда достаешь покупку. Вот. Такая вот пластиночка. Группу, надеюсь, все узнали. Вот. Это альбом... Скорее всего, 85-го года, потому что You're a Woman, Westman, именно это их первая песня была, такая, которая прогремела. Так, отложим Bad Boys Blue. А сейчас самое сладкое. Не так давно познакомился с этой группой. Может, где-то год назад. Вообще, я просто, ребята, под впечатлением. Если кто-нибудь мне, когда я учился в техникуме, или когда учился в школе, сказал, что я такое буду слушать, я посчитал их сумасшедшими. Потому что я подрывался на Modern Talking, на итальянцев, и терпеть не мог металлюк. Вот. Тем более ходила такая байка в 85-м году, что якобы это самое, металлисты не потерпели успех группы Modern Talking, устроили засаду и расстреляли их из автоматов. Это я еще в школе учился, даже не в 85-м, а в 86-м точно. Вот. Типа, кого-то там наглухо завалили они, то ли черненького, то ли беленького. А второй в реанимации лежит. Ну, хороший бэк был. И с тех пор я стал ненавидеть металлюк. Но по стечению обстоятельств меня познакомили с этим жанром музыки. Вот. И подсел на него конкретно. Как все запечатано, как все за это. Вот. Являю на свет сборник. То есть не сборник, а двойник. Классной группы Power Wolf. На крещение слушать само оно то. Даже тематика соответствующая. Вот, кстати, если попадется такая группа где-нибудь там на сетях интернета, Ютуба или прочего, советую послушать, советую. Вот моя самая любимая песня отсюда, которую я слушал на сборнике. Сейчас найдем. Должна быть. Так. Ну, «Суббота станы» не с этого альбома у меня есть. Тоже классная вещь. Так. Равно. Прикольно.
что-то я этой песни не вижу. Хотя я в это самое в дискографии видел. Ну ладно, скажу. Ну, вот еще классный. Ну, это я не знаю. Номерной альбом или нет? Best of the... Да нет, это бестовки. И вот я в дискографии прочитал, когда смотрел эту пластинку там в интернете. Вот именно вот эту вот песню. Diamonds are a girl's best friend. То есть, как бы я, конечно, плохо знаю английский язык. Но я бы перевел так, что демоны – это лучший друг девушек. Вот. Вроде она здесь была. Вот. Сейчас вот буду слушать. И, по-моему, тут есть... Вообще кошмар. Ни одна песня не совпадает то, что в интернете. И тут. Но у меня таких нету. Да? Ну вот, такая группа. Вот, Power Wolf, тоже советую. Любителям тяжелой музыки ее прослушать. Всего у них 8 альбомов. Вот. Буду слушать на крещение. Всем спасибо за внимание.